Берчане по-разному реагируют на сугробы и сосульки. Многие жалуются на работу коммунальщиков, а другие берут ситуацию в свои руки и самостоятельно убирают снег. Именно так поступил житель микрорайона, пожелавший остаться инкогнито. Инициативный берчанин, не пожелавший сказать свое имя, вооружился лопатой и вышел на борьбу со снегом на пешеходных дорожках. Я живу вот здесь, и редко сюда хожу в гости. Я вижу, как тут бабушки падают. Вот молодые люди, когда садятся, мне дорожку там ходили, перевезет. А вот здесь покрасивее, подошли нет, я не хожу. И все бы хорошо, вот только дорожка эта ведет прямиком к проезжей части, где население проложило народную тропу на даче и переходит дорогу в неположенном месте. На вопрос, а почему именно здесь, ответ – потому что привыкли. Здесь был раньше знак. Я не помню, только скорость меньше, уменьшили, что-то такое. Ну, здесь все время ходит. Это, ну, здесь. Буквально на наших глазах берчанин воспользовался расчищенной тропой и, не постеснявшись камеры, пересек дорогу именно в том месте, где уже десятилетиями привыкли ходить жители. А неравнодушный пенсионер продолжил дальше расчищать дорожки там, куда не добирается городская техника. И все же напоминаем берчанам – переходите дорогу только в установленных местах, берегите свою жизнь.